всех приветствовать в нашей небольшой галерее. Проект «Фигуративная живопись». Мы принимаем Киева, президент Ассоциации арт галереи Украины Виктора Томатова. Мы в течение всего этого года будем проводить целую серию, такой конвейер выставочный, вместе Центр современного искусства «Сувиарт Киев», Центр современного искусства «Аурум» в этом пространстве при поддержке Ассоциации галерей Украины. Вот это партнерство реализовать для того, чтобы показать в Одессе максимальное число таких топовых художников украинских из разных регионов Украины. Вот в данном случае мы привезли работы 9 художников из 6 украинских регионов. В течение года мы будем это продолжать ежемесячно, и в конце года, как я уже говорил, на открытии нашего проекта мы планируем сделать некую такую общую выставку из лучших работ всех проектов и устроить такой небольшой аукцион. И, конечно, привлечь на эту выставку и работы одесских художников, и таким образом как-то стимулировать вообще художественный процесс и его элементы арт-рынка. А, конечно, у нас есть более крупные, серьезные на перспективу планы. Но там минимальная задача, чтобы немножко разбавить одесский культурный слой, вот, что-то новое принести, показать. Все-таки мы достигли этого, да. Такой хороший-хороший арт-коридор мы составили. Я это называю взрыв мозга, потому что у Виктора, конечно, опыт не такой, как у нас. Мы еще маленькие в нашем ауруме. И вот мы очень благодарны Виктору за то, что он нас вводит в это состояние украинского современного искусства и ведет нас, может быть, даже к несбыточным таким целям европейским, которые нам очень нравятся, но ход к ним, конечно, будет зависеть от многих обстоятельств. Но уже хороший ход, что сегодня вот такие хорошие люди к нам пришли. Общая проблематика примерно следующая. Современное украинское искусство фактически сегодня является, ну, не скажу, что андеграундом, но нонконформизмом по отношению к власти, которая совершенно не содействует развитию современного искусства, фактически его законсервировав. Такие акции современного искусства, которые проводит ваша галерея «Аурум» и, скажем, наши выставки, это как бы возможность продвижения и понимания искусства современно как искусства актуального. Именно соединение разных взглядов, разных направлений, разных институций. Только мы вместе можем как бы создать некую сферу, некий продукт, некое общество, которое это понимает, потребляет, живет и продвигает. За мной представлен триптих очень талантливого художника Володи Бузмакова из Днепропетровска, который участвовал в проекте «Художники Приднепровья». Среди выставки, представленной здесь в Одесском центре «Аурум», мне показалось, что это будет интересная тема, и поэтому она здесь присутствует.